Остановился на привал, на ночевку, город Данилов. Ну, место выбрал очень неудачное. Вроде бы закуток, ни столбов освещения. Полагал, что ничто не помешает для нормального отдыха, но сильно ошибся. Уже заканчивал перебрасывать видео на внешний жесткий диск, когда стала подъезжать молодежь на автомобилях, шум, грохот, рев двигателей стали гонять по кругу, светить фарами в салон, подходили, рассматривали, как в зоопарке. Ну, мне это не понравилось. Я понял, что нормально отдохнуть не получится. Посмотрел по Яндекс.Навигатору. Ну, единственное, что привлекло мое внимание, это магазин «Пятерочка». Я полагал, там будет большая стоянка. Но стоянка оказалась маленькая, но тем не менее поместился, никому не мешал, мне никто не мешал. Ночью, правда, подъехала патрульно-постовая служба, но я видел, как они подъехали, постояли в стороне, понаблюдали. Потом уехали, не подходили, не беспокоили, не тревожили. Первоначально была задумка доехать до Ярославля, под Ярославлем остановиться на привал, но подумал, что уже будут сумерки и съемка в сумерках не очень такая интересная. Но было бы, наверное, правильно, если бы все-таки заехал в Ярославль или там где-нибудь возле торгового центра остановился. Ну, в тот момент я не предполагал, что ночь будет не очень такая спокойная. Поскольку сон был прерван, отдых был прерван, то я предполагал, что на трассе потянет в сон. Так оно и произошло. Выбрал место на трассе, по-моему, полчаса или час. Поспал, потом уехал дальше. Видео начинается с трека маршрута всего дня. То есть весь маршрут, который проехал, 56-й, вернее, на шестой день. Это шестой день движения. Его можно будет посмотреть в ускоренном 64 раза режиме. Ну, чтобы иметь представление, какие города. Вот это что у нас такое? Как проходил их, ну и сориентироваться на местности, иметь представление, в какой части России нахожусь. Дороги, видите, в Данилове плохие. Колдобины, ямы, приходится объезжать, двигаешься еле-еле. На трассе дороги гораздо лучше. Но почему в городе в таком состоянии, мне непонятно. Может быть, руководство
города живет в другом городе, а сюда приезжает на работу. Так, городок небольшой, по магазинам не ходил. Ну, утром проехал, уже в светлое время. Ну, это посмотрите уже. Так что при планировании маршрута, поездки, это уже который раз вы можете убедиться, что я очень неудачно выбирал место для ночевки. Поэтому заранее не полениться, проштудировать интернет, найти вот такие места, которые понравятся. И, то есть заранее выбирать, заранее, предварительно набрав, собрав максимум информации об этом месте. До конца маршрута осталось 600 метров. Ну вот, вроде бы и все, что я хотел сказать. Это еще один магнит. 56 серия. Это шестой день движения по маршруту Мурманск-Магадан. Что здесь? Пятерочка. Вы приехали. Это хорошо. Если можно было выбрать самое неудачное место первый раз, я его выбрал. Теперь был вынужден перебазироваться. Все, если отсюда его не прогонят, то до утра.
Отрицательный результат с интервалом 48 часов. Девушка больше не представляет опасности для окружающих и выйдет из изоляции, однако еще какое-то время пробудет в больнице из-за слабости. Обвинение 19 июня завершили вспышку лихорадки Эбола, которая продолжалась почти 4 месяца. Это было последнее сообщение о выпуске удаленного выпуска «Погода». Сообщает «Экип». Напомню, трансферное окно в Англии закрывается 31 августа. Добавлю, что в минувший уикенд Роналду сам попросил не ставить его в стартовый состав «Ювентуса» на матч первого тура итальянского чемпионата. Европейские СМИ связали это с тем, что он ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе. Нападающий Квинси Промеса, полузащитник Виктор Мозес, восстановились после повреждений, готовится в общей группе «Спартака» к матчу 6-го тура российской премьер-лиги «Сочи». Эта игра состоится 28 августа. Приедем, подзаправимся немножко. Где мой гид? Об этом сообщает европейские инсайдеры. Встреча представителей лондонского клуба с агентами «Власовки» должна состояться в ближайшие часы. Руководство Вест Хэма видит в Хорватии замену Джейси Лингарду, который по окончании аренды вернулся в Манчестер Юнайтед. Лимон включился в борьбу за нападающего «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна, пишет «Кут Меркато». Главный тренер «Леона» Петер Босс рассматривает Азмуна как приоритетное приобретение для команды в это трансферное окно. Баскетбольный клуб «Химки», ранее снявшийся из-за финансовых проблем с розыгрышей Единой лиги ВТБ и Евролиги, намерен подать заявление на участие в Суперлиге. Об этом сообщает «Метарейтингс». Суперлига – это вторая по значимости лига в структуре мужского баскетбола России.
хоккее на этой неделе продолжаются контрольные... Так, начинает, ой. На кубке губернатора Челябинской области автомобилист нанес поражение Локомотиву в серии буллитов 2-1, а трактор был... Начинает мой гид выпендриваться. Николая Пучкова «Торпеда» обыграла «Авангард» 3-2. Перезагрузить его. На старте соревнований официально объявил император Японии Нарухито. Россию на соревнованиях представит 242 спортсмена. На соревнованиях коронавируса игры пройдут без зрителей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Петрозаводске плюс 12-14 градусов без осадков. В Вологде и Великомогороде плюс 15-17 облачно. В Калининграде ориентация 21 градус, кратковременный дождь, в Перми плюс 24-26, а также дождливо. А в Кирове плюс 21-23 без осадков, в Уфе плюс 33-35, в Оренбурге плюс 34-36 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 15-17, а в Москве кратковременные дожди 17-19 тепла. Сейчас столица плюс 8, облачно без осадков. Так, тут температура плюс 10. Что такое мегафон ЛТЕ? Все нормально. Так, поиск. Поехали. Так. Только что мы слышали, ну и да, мы здесь не пугаем. Если вы про лицо... Ну, только сейчас они на презентовать будут 22 октября, напомню, пластинку у них 40-летие отмечает знаменитое коктейль. Ну, вот момент пришла новость. Ну, о том, что скончался барабанщик Rolling Stones, Чарли Уотс, кстати, причина смерти. Ну, единственное, что известно, что скончался в лондонской больнице окружённой своей семьи. Почему он умер, неизвестно, только было, что ранее, где-то неделю назад, он не мог вынужден отказаться от тура, из которого он искал сейчас в Штатах, из-за операции, из-за некой срочной операции. Причем музыкант хорошо понимал, что вмешательство в Лондоне, а в гастроли ему пришлось отказаться по рекомендации врачей. Это для меня налево получается. Ну-ка там 3 километра, говорит. Ну, конечно, это, конечно, удар по легендам рока. И тут уже ничего не было. Сейчас наверняка будет решаться вопрос после этого тура. Будет ли группа продолжать больше существовать. Напомню, что Rolling Stones единственная группа в мире, которая существует 60 лет. В следующем году будет отмечаться 60-летие. Ну, кстати, вот интересно еще вся эта гастрольная логистика, потому что насколько я знаю, если группа Rolling Stones приезжает... Ну что, с Богом! ...выступление не получает вообще ничего, потому что сами по себе вот эта вот возможность проводить группу, это огромная честь. Так, время 6.12. Если поменять карту, то часов 15 надо будет. Я правильно повернул, нет? Суперобактерия, образовывающиеся металлы, что птиц пичкают антибиотиками, а не остаточными количествами этих лекарств,
Так, повернул правильно. Ну вот город Данилов. И днем. Господин мэр города Данилов, тебе не стыдно самому по таким улицам ездить, а? По таким дорогам, уважаемые. Или ждешь, когда дядь Вова приедет сюда? Люди хорошие Город Данилов. Ярославская область. Заправки. Так вот, нафига этот знак здесь стоит? Для гаишников, что ли? Валя, ты подскажи мне, отслеживаешь, где мне масло поменять? Я немножко уже этот что-то подрастерялся в этом. В каком городе, ладно? Есть улица,
остановился бы здесь ночевать. Ничего страшного. Ё-моё, опять забыл масло проверить. Ладно, на заправке. Так, я понимаю, так, солнышко будет лицо. Поворот направо.
встать-то? Пойду умоюсь. И... Режим записи. Так, долил масло. Немного. Пепельницу надо сполоснуть. Теперь надо поставить второй телефон на зарядку. Где они, провода-то? Ё-моё. Режим записи. Так, где кабель-то, ё-моё? Вот он, я куда-то полез. Так, кабель под рукой был, а я... Поперся теперь. Куда же мне тебя пиндюрить-то, дружище? Я тебя включу вот сюда. Через разъем датакама. Ну вот теперь все нормально. Так, датакам, та-та-тан. Задняя камера готова. Можно пихать, правда. Ладно, вместо радар-детектора. Карманы закрыты.
Вот можно трогаться. Сейчас солнце в лицо будет, блин. Так, ну а теперь с Богом, поехали. Поверните налево, а затем поверните направо. Крутой поворот направо, а затем поверните направо. Газпромнефть. Восстановление ПТСР, а также защиты от атомов и других продуктов. Кроме того, МКН усилено без медикаментозное лечение сексуальных расстройств мужчин любого возраста, вызванных сосудистыми заболеваниями и застойными эмбриями. Его действие направлено на комфортное устранение проблем с простатой, избавление от боли и дискомфорта при почек спускания. Вы представите начальник клиничный медтехнолог и сможете вернуть себе мужскую силу и уверенность. Медицинский комплекс МКН – это то, что вам нужно. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на бесплатный короткий номер. Звездочка 22 03 или по телефону 8 800 101 33. А если вы успеете позвонить сегодня в течение часа, вас ждет специальная скидка и подарки. Не теряйте драгоценное время, не терпите боль и дискомфорт. Позвольте себе жить с радостью и удовольствием. На 7 километров показывает, что 51 минута в движении нет, только стартовали, 10 минут в час от общего времени подъема. Боковое, левый глаз.
того, что автомобиль стоял на месте, вчера сегодня показывает 13,1 литра на 100 километров. Погода ясная, одно-два облачка, впереди камера 60, Продолжение следует...
Вращение 60. Поселок на поселке. Thank you.
Расход упал до 8,3. Пройдено 22. Запас хода 830.